блядь, смотри, что ты, блядь. Чё ты матом орёшь? Чем это камера? Чтобы показать тебе потом, когда ты что ты делаешь? То есть я точно получше у меня. Видишь, чем я специально подкрался тебе за спину. Ты чё, оборзел что ли совсем? Ты будешь тут грабить всё. Палатки и чё? Все. Ты оборзел что ли? Все. Я с тобой что, ненормально разговаривал что ли или что? Я сказал, все. Ты что такой глупый-то? Что вы там хотели в палатке? Что? Он друг. Чей друг? Короче, как они пояснили? Они хотели бесплатно шурмы. Им отказали. Они начали орать, матом ругаться, пытаться сломать витрину. В итоге они попытались похитить 5-литровый чайник с кипятком. Что им не очень удалось, как вы поняли, да? То, что он весь чайник разбил и на себя вылил. Ты не быкуй, а то сейчас тебе наручники надо. Кто это? Че народ? Ребята, а что там случилось-то? Что там случилось? Не знаю. А. Пьяные, что ли, просто? Ну да, празднуют. Офигенный праздник. Че он матом орёт? Ты нахуй, блядь, смотри, что ты, блядь! Че ты матом орёшь? Че ты матом орёшь? А? Чё ты матом орёшь? Успокойся, чё ты орёшь матом? Ну, чё матом орёшь? Нож. Смотри, вот, нож это, бля. Видишь, что это хуйня? Чё это такое? Кипятик это. Русский, бля. Скорую вызовите ему. Как? Давай вызову скорую. Не бред, давай я вызову. Вызови. Какой адрес? Адрес какой? Узбекский, мы звоним, бля. Чё, бля? Узбекский, мы звоним. Адрес какой? Скажи вот, сурома, что это узбекский, блядь, нас убьют? Сиди тут, смотри, тихо. Кто тебя так? У тебя, кто у тебя так? Камера, блядь. Кто тебя так? У нас достали, блядь, узбекский, блядь. Здравствуйте. Ебу, адрес, блядь, посмотри. Вот, адрес, смотри. Тихо, не ори. А, тут ожог, и, похоже, избили вот человека. Вот, Уральская, вот, 6, корпус 1. Вот это, блядь. Да, мужчина. Зачем так? Зачем так? Кипятком, да? Чем? Кипяток, кипят, вот кипяток, это. У него вся рука варит. А? Рука, праздник. Рука. Да. Не знаю, что. Сколько, блин, лет? Лет сколько? 40. 40. Да. Что это? Волдырей нет, кожа слазит вообще этим самым. Да. Мотком. Что это, да, блядь? А как случилось-то это? В магазине, блядь. А как в магазине? Свои узбеки, блядь. Так облили сделать. Специально, что ли? Да, специально, блядь. За что? Это вот здесь, в шаурме? Да, вот, да? За шаурме. А за что? За что? Что натворил-то? За что? Просто спросили, шаурму дадите. Они, блядь, кипяток. Я не знаю, блядь. Кипятком-то не сильно будет. Да. За что? Ты что, смотри. Это не человеческие. Знаешь, у нас узбекский не такой, блядь. И здесь, блядь. Не трогай ничего этой рукой, это самое. Да. Чтобы вот заразу не занести. Пока подали, вообще, пока подали терпимо, а потом капец будет. Просто закончил, русский. Нет, просто, давай, не русский, просто это не человеческий. Так ты заявление будешь писать? Да. Полицию вызвать тоже? Звоню, давай. Уральская 6, корпус 1, да? Ну какой тут адрес? Ну, а звали, вот, вот, прямо. Ну, а эти девочки, которые там были, они видели, как на тебя вылили кипяток? Да, видел, все. Видели, все, камера самая, все. Здравствуйте, Уральская, дом 6, корпус 1, нам бы наряд полиции. Тут человека избили и облили кипятком. Ну смотри, ты зашел, дальше что было? Я-то зашел. Он спрашивал, что ему дайте. Шаурму дайте, да? Да. Он ругает. Его ругают. Да. Ага. Потому что я это что? Почему ты ругаешь? Я спрашиваю. Ты спросил, да? Да, я спрашиваю. Прямо шоу. Из окна, да? Да. Да. Это не человечка. Я просто подвижу. Вы сможете опознать этого человека, да? Да. Он тоже знает. Я тоже.
Я спрашиваю, почему ты, блядь? Он спрашивает, блядь, табор нужен? Дайте. Да. Он прямо в шветы, у меня вот, видит. Вот так. Прям по руке попало, да? Да. Но вы попал. Ничего такого не делали. А лицо, шурмы, да? Лицо кто разбил? А он, Шабанов. Они же? Да, они все. А чего, где они там, кто? Там ну, просто не было никого, одни девчонки. Я сейчас... У него и ухо, смотри. Ну-ка, повернись, пожалуйста. Повернись, да. Вот. Один удар. Нифига себе. Вот. Я покажу. А потом если кто-то вышел и тебе, что ли, еще это самое, надавал по лицу? А кто вышел? Да, вон, я покажу. Тот же, кто плеснул или нет? Да. Человек ожог и избили его, видите? Давай, заходи. И вот левая сторона. Кипятком посмотрим. Плеснули, видимо. У тебя ничего нет? У тебя не били? Один, да? Вот его. Да. Ну ладно, нет. Подожди, мы его смотрим. Он сам или кто? Нет, но говорит, что его кипятком облили, и кто-то ему еще люлей дал. Да. Вон в той палатке с шурмой. Ну, ждем сейчас полиции. Че, Паш, вы там не выяснили что? Вызвали. А что там? Там совершенно другая история. Что говорят? Они толпой накинулись на него. На кого? Человек там 5 его избивали, продавца. И тот, который обшпаренная рука, он типа сам потянулся за чайником. За чайником потянулся, хотел его облить, но сам себя облил. Он? Да. Это они здесь рассказали? Да, девочки, которые, ну, там стояли. Они стоят до сих пор. И продавец. Пойдем, спросим. А так типа говорит, их было не двое, а больше. А остальные-то где? О, по-моему, другой. А? Я не знаю, Паша, вот, по-моему, Паша. Другой. Пойдем спросим. Слушай, а что случилось-то? Что случилось? Ничего, наехали. Они? Да. Что сделали? Ничего, подошли, пьяное состояние. Делали, что угрожает, говорит, бесплатно хотели брать. Шурму? Да, и оттуда чайники вытащили, видишь, сломали. Горячую воду слили. Алло. А, они хотели чайник утащить? Да, они с чайником меня хотели ударить. А где чайник взяли? Хотели поломать. Вот чайник здесь. А. Чайник, Паш. Нифига себе. Это вот этот, который здесь. А, это он сломал и получается сам себя облил, что ли? Да. И меня хотели ударить, я просто ощущал, он не в состоянии был. Нифига себе. Сколько их был человек? Ну вот четверо или пять. А остальные где? Остальные, не знаю, ушли. А такой все крепкий, в серой кофте. Ушли все? И что получается? Что получается, они толпой пришли сюда, чтобы покушать бесплатно шурмы. А он им отказал, они начали ломать витрину, правильно? Потянулись за чайником. Чайник разбился, правильно? Он облил его, чайник. Валяется туда-сюда, как не валяешь. А где его толпа? Я не могу это понять. Ты же там был? Орал. Нахуй. Не орал? Я сняла тебя. Русским не понимаю, да? Вот так. Ты там орал же, нахуй, это не на русском? Русским, не я вот тебя так. Снял, я покажу. Что ты хихикаешь? Ну, понимаешь, пять человек говорит другое, что ты. Бешмен, 5. А матом действительно не ругайся. Не понимаю, узбек, только узбек. Да, вот так, да? Русский, вот так, пить. А ты что сейчас сделаешь? Ты не бухой сейчас? Не пил, блин. Ты стоять не можешь, он тоже стоять не может. Он не человек, блин. Что? Ты узбек? Да. А ну, не говори за цик мой сам дома. Почему? А? Не понял. Уян мой сам. Что это уян мой сам? Узбек, что ты напился, еще и драться лезешь. Даже на узбекском не понимаешь. Узбек, русский, нет? Когда работал, вообще нет. Да не важно, кто ты вообще, узбек или русский, вообще не важно, кто ты. Просто-напросто, если ты мусульманин, не соблюдаешь свои обычаи, не пей. И не надо... Ограбление. Все, вот никто ничего не понимает. Там мы проходили чуть-чуть, отошли, и он уже там все летело. Это он туда зашел, что ли, я не поняла даже.
Ну вот эта фигня у него в руках была. Вот у него чайник был в руках, конечно. Да? Конечно. Ну там, конечно, там 3 литра. Наверное, на него хотел из-за того, что он пьяный, и на себя. Да. Ну там разбит весь чайник, там 3 или 4 литра, там нормально. Я думаю, что у него такое же. 5 литров. Ну зачем он полез, я вообще не могу понять. Русский. Причем тузбек русский? Разница много. В чем? Разница много. В чем? Все, в чем разница? Много. Все. Вот у меня друг узбек. И что? В чем разница? Все. Никакой разницы нет. Я сказал все. Вот и все. Ты присядь. Отдохни. Все. Посиди. Сказал камера. Да, все. Тихо. Я сказал успокойся. Все. Полиция Соколова, чем можем вам помочь? Здравствуйте, Соколова, Уральская, 6, корпус 1. Ждем уже полчаса. Грабеж, 2 пострадавших. Ограбили кого, вас? Нет, палатку шаурмы пытались ограбить. Так, а что значит пытались ограбить? Ну, значит, не получилось, не фартануло. А вы что-то видели или что? Но мы стали свидетелями уже последующих событий. Что было после каких этого? Каких событий? Нужна полиция, в общем, поскорее. Ага, а те, кто пытались напасть на палатку? Они в усмерть пьяные, и пока они не поняли, что едет полиция, нужно бы как-то побыстрее. Вот, потому что пока одному оказывают помощь, а второй тоже... Фамилия ваша? Ко мне? Зачем? Я домой иду, устал, очень злой. Мы видим. Вы по вызову или нет? Я домой иду, все, с минус. Тогда просим вас принять заявление, оказать нам помощь, содействие. Пишите, вы не примете у нас заявление? А на чем я приму заявление? Устно. Я иду домой. У вас есть рация, средства связи. И что? Ничего. Свое отстоял, отслужил, ребят, я устал. Говорю, вон, Байкальская 20, там примет, там определение. Ну, рация у вас есть, средства связи? Хотя бы. Узнай, где они. Тут грабеж вообще-то произошел. Тем более. Участковый? Да. Что за грабеж-то? Да вон на палатку шурмой напали. На тебя напали? Да. А вы тут держите район, да? Я так понимаю. Знаете все. Я не держу. Крышуете, может? Нет, это не место. Нет, он просто начал участковый. Покровитель. Да ладно, без разницы. Это хорошо. Как 90-е все вспоминаете? Нет. Я вспоминаю личный опыт. То, что в основном участковый крышует торговлю. А вы куда-нибудь звонили, кроме... Да, 112, два раза, три раза. Три раза. Так. Просто пока у нас все подозреваемые не убежали, желательно бы как-то посодействовать. А так домой, это, конечно, хорошо. Но служба, как говорится, и опасна, и трудна. Грабеж. Ну, попытались открыто похитить. Да нет, фамилия как ваша? Нет. Моя Сафронов? Ой, у него больше три. Ждите. Ну я тебя понял, все, давай. Ждите, всех курс, все знаю. Все, все. Все. Так что ваше сообщение... Я рад. Что с подозреваемым делать? Да я не знаю, что делать. А на тебя напали? Да. И что, как, что, хотя бы это, твои слова? Подошли пьяные. Русские, нет? Не русские. Подошли сюда. Славяне, армяне. Кто, как? Видите, узбек или киргизы, не знаю. Подошли, неадекватно себе вели, и начали нам улыбаться, и хотели поломать стекла. Видно, я не буду. Да, нет? Так. Чего они? Напали, хотели поломать стекла, я послался в своей жизни. Они? Как? Нет, да. Ты позвонил куда-то? Кому? Куда? В милицию. Ну да. Нет, милицию куда-то. Вот сейчас. Он нас попросил, мы позвонили. Попросил, вы мне приходили. Да. Явление писали? Ну, мы позвонили, ты кому писать-то? Некому писать. Они уже в курсе, знаю, порядок. Нет, они не уходи, тебя будут опрашивать. И вас тоже будут опрашивать. Хорошо. С подозреваемыми что делать? Он сзади стоит и в скорой. Но в скорой вряд ли убежит. Не уходить никуда. Ну вот, сзади вас стоит подозреваемый, смотрите. До свидания, я ухожу от него. А вы? Это конечно. Вы напали на палатку? То есть у вас нет? Вы напали?
Они просто анекдот рассказывали, и его неправильно поняли. У меня есть чайники. У меня есть ломаные чайники. Ломаные чайники? Да. Еще облили горячей водой. Чайником, да. Чайник, да. То есть рукой вот туда. С 5-литрового. Старлей. Второй, да. Но он сам себя больше облил. Иди сюда. Нормально так лечит. Ну да. Да мы тоже не сюда шли. Короче, тот тоже бухой и матом орал. Ну не знаю, этот вообще. Там я офигел, когда его увидел. Весь обваренный, кожи на руке нету. Могу заглянуть на эту оскорину. Я, говорит, домой иду. Интересно стало. Я думаю, интересно ему стало. Он, по-моему. Я тоже думаю, что он того. Камера, а? Че? Почему это камера? Чтобы показать тебе потом, как ты себя вел. Чтобы показать тебе потом, когда ты что-то делаешь. Ты то сейчас точно получше камера? Меня. Еще раз подойдешь, будешь плакать, я тебе клянусь. Слышишь, он прям специально подкрался к тебе за спину. Ты че, оборзел что ли совсем? Ты будешь тут грабить палатки и че? Все. Ты оборзел, что ли? Все. Я с тобой что, на нормально разговаривал, что ли, или что? Я сказал, все. Ты что такой глупый-то? Сядь сюда, сядь. Все. Сядь на землю, сядь. Все сядь на землю, не вставай. Сядь на землю. Здрасте. Что случилось? Да вот этот вот бухой Гаврик и вот там ошпаренный хотели ограбить палатку шаурмой. Вот там продавец потерпевший, тут участковый уже сидит. Участковый тут. Вот. Вот этого вот только держите, и этот сейчас кидается. Хотел также ограбить еще раз. Да, они меня захватили. Просто дежурка в курсе. Я записал, что. А кому? Матом не буду говорить. Вот это да, хулиганил. Этот, а да, кидался кто? Сейчас. Вот. А ты его переписал там? Документы. Его госпитализируете, да? А куда потом? Оскорбительно приставал, матом орал на всю улицу. И кидался, да. Да. Вы заявление поедете, кстати? У тебя есть автограф? Нет, вот так. Документы. Давай, если телефон. Что ты вышел обратно в карман пойдет? Он не это. Что ли, меня? Он неадекватный. Это телефон. Я тебе говорю, документы сюда надо. А что, перепутал, что ли? 80. Узбек? Чего вы там хотели в палатке? Он друг. Чего он? Он друг. Он друг? Чей друг? Короче, как они пояснили? Они хотели бесплатно шаурмы, им отказали. Они начали орать, матом ругаться, пытаться сломать витрину. В итоге они попытались похитить 5-литровый чайник с кипятком, что им не очень удалось, как вы поняли, да? То, что он весь чайник разбил и на себя вылил. Вот, и все, там их... Вот девочки говорят, их было человек 7, эти, видимо, не смогли уйти. Этот, да, пострадавший, да. Вот, вот у него там ошпарена тоже рука, да. Он у вас скоро осматривал, нет? Нет еще. Ну, то, у того вообще там кожа слезает с руки. Элюк молчит, у него документы забирал, нет? Нет. Что отняли бандит? Что отняли вас? Слушай, а что? Может, ты обманываешь нас? Может, вообще террорист? Я расстрелять здесь сразу, и все. Вот, ребят, что? Вы что, будете писать, не писать? Будете? Будем, конечно. Значит, на этого и объяснение можно писать. Хорошо. Да, смотрите, Байкальская 20, либо с ребятами доедете. Вы сможете с этим дойти? Куда? А у вас объяснение есть у вас? Нет, у них сам у них нет, потому что это. Дежурная часть, может, понимаете, или у них офицер. Нет объяснения, другая политика. Ну. Смотри, Байкальская 20, дайте минуту времени. Это вот за пятерочку вот здесь. Заявление-то есть у вас?
бланки. Нет, там они вы не напишите возят. Заявление, вам талон уведомления. Все потому что зачем мне талон уведомления? Я на месте. Какая разница, возит... любой сотрудник полиции должен принять заявление. Нет, по-другому. Это... Ну, Колокольцев неумный, короче, да? 736-й приказ не он придумал. Колокольцев хер тебе знает где, а мы внизу нормальные парни. Я на Житной улице. Я участковый, я вам... Ну, короче, нет бланков с собой, правильно? Нет бланков. Нет, конечно. Я тут недалеко? Пройдите, пожалуйста. Вот, вот, сейчас мы доедем. Либо доедем. А, вот пройдите. Там прям во дворе, что ли? Вот, да, ну, Байкальская 20, тут 7, буквально все. Там минута. Тогда что с этим-то делать? Его же, если... Ну, это понятно. Определимся, куда он ну, едет. Его, скорее всего, если он обжег, его, скорее всего, госпитализируют. Просто если у него паспорта нет, то как? Ну как, будем со слов. Я имею в виду, что это понятно, что со слов. Он сейчас сбежит и все. Сейчас. У того это. Смотрите, получается, сейчас он говорит свои данные, мы его записываем. Запишите его данные. Есть ли столько? Ты не сделал? Я тебя для себя записал. Ну, ну пробить-то надо хотя бы, что есть такой, нет? Запиши. Сейчас его слов запишут, ребята пробьют, ну дежурный пробьет, вы там что, ну. Объяснение, пояснение. Тогда материал придет к нам, участковому. Я себе еще там пометки накинул. Угу. Свои данные оставляйте, с вами в случае свяжемся. Хорошо. Ну, как еще. Да главное, чтобы к этому надо кого-то представить, а то он сбежит, сейчас проснется. Ну, это уже другое. Осознает. Просто, ребят, уже устал, башка кругом. Ну, мы поняли. Ваши действия в отдел, там оперативный сотрудник вас опросит, допросит. Заявление напишите, объяснение случая напишите. И Салана, куда он уехал, Петрович? Да, сейчас они скажут. Все, наряд я записал какой? Просто там, видишь, земля, смысл, если не будет телеграмм, то как бы и как бы нет надо, событий, нет. Надо нет его тогда, чтобы он написал тоже. Он не хочет его. Он сказал, что не хочет. Нет, мы по-любому напишем. Нет, это его, ваше. Его тут. Так, его тут уже тоже не имею права. Так что там 736 приказ, МВД, вы должны знать. Все, понятно. Пишите, не пишите. Он пишет, не пишет. Вы тоже пишете, не пишете. Сам главное, наряд я записал, да куда отправят. Все, все, земляк, давай еще раз с праздником, Петрович, с праздником. Все, ребят, всех с праздником, давайте. Нет, не стесняйтесь, на камеру снимаешь, все, давай. Пиши заявление, что ты? Они сейчас на тебя накатают, что ты их кипятком, блин, облил. И будет то их заявление, а твоего не будет. Пошли, напишем заявление. Зачем? Пацана жалко. Пацана жалко. Ни хрена себе пацана жалко. А если бы они с ножом на тебя напали? Куда их жалко? Он матом орет, тут сейчас кидается на людей, вообще неадекватный. Ты чего? Он завтра убьет кого-то, свалит и все. Сейчас вместе. Тебе их не жалко, кого он может убить? Меня правильно, их жалко. Сейчас вместе Рамазана, да? Просто меня очень жалко, чтобы их 50 лет. А, то есть они мусульмане правоверные? Они бухают тут? Ни хрена себе, бухать нельзя. Ты чего? Нельзя, вот поэтому я хотел вот. Объяснить, но человек... Куда объяснить? Ты увидел его, что? Их дети, да, и, ну, они какие пишут, дети? Ты чего? Он о твоих детях не подумал. Понимаешь? Нельзя так делать. Ты ставишь перед этим безнаказанность его. Понимаешь? То, что ему раз сошло с рук, два сошло с рук. Завтра он реально кого-то убьет, и это будет на твоей совести. Подумай. Хорошо, я подумаю. Все равно он же меня вызвал 11-го в отделение. Ну, в любом случае, да. Я туда поеду, пишу заявление. Может, даже вот сейчас скоро тебе... Юсуфсе, доктор, ты не быкуйся, а то сейчас всем на рынке ты нахрен. Да, вы тоже езжайте в отдел, ну, либо с мы сейчас дойдем. Вон в этом, во дворе же, да? Там? Да, все, мне сейчас точно взять собирался. Вот как объяснить, что вот... На что делать? Солнышко, я иду домой. У меня тут ЧП на участке. Вот парни активисты мне хотели бы показывать, сказали. Мы вместе с вами поедем. Мы сейчас домой. Вместе поедем там. Это вот прям вот так. Камеру выключайте. Пожалуйста. Спасибо. Заявление, объяснение можно? Бланк. Хорошо. И? Что? Вас только это интересует? Вас оружие интересует или что? Меня не интересует, я говорю, вот и меня не интересует. Дайте, говорю, заявление-то. Хорошо, я услышал. Вы выключите камеру.
Да с чего вы взяли, что она вообще пишет? Во-первых, кричать не надо, я мог тоже кричать. Так вы тоже кричите. Я не кричу. Давайте спокойно разговаривать. Ну, логично, логично. Давайте не будем ругаться, мы напишем заявление и объяснение. Мы не по вашу душу, мы не конфликтовать приехали. Мы не по вашу душу, просто так... Что произошло? Грабеж. Вот только что, доставили человека. Ручку можно? Так, ну что, друзья, написали заявление по факту этого грабежа, там, хулиганства или там чего-то еще. Надеемся, что будет проведено расследование. Полиция сегодня действительно была загружена. Праздник. Ну а вы, ребятушки, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, напишите много-много комментариев. Подписывайтесь на мой второй канал, Public Citizen. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал, а также группу ВКонтакте. Все ссылки также в описании. А также вступайте в наш Телеграм-чат «Люди движения». Все ссылки тоже в описании. Все, всем удачи, всем пока. Комментируйте это видео и поставьте лайк, не забудьте. Все, всем пока. Борите за свои права.